А что, если огромного лизуна переедет каток? Выживет он и насколько большим станет? И можно ли его будет вообще отодрать от катка или от асфальта? Смотрите, не пропустите! Рекомендую подписаться на канал Домино Шоу. Там много офигенных фокусов, крутых экспериментов и полезных лайфхаков. Ссылка в описании под видео. А всем привет, с вами Тимон, и ребята, кто не помнит, месяц назад я делал большого лизуна для противостояния с огромным неокубом. Кто не видел тот видосик, ссылка будет в описании, посмотрите, довольно прикольный. И мы придумали новое испытание для этого лизуна. Как видите, впереди каток, которым укладывает асфальт. И что же будет, если лизуна кинуть под этот каток? Хозяин этой ада машины любезно согласился переехать нашего лизуна. Ребята, ставьте ему лайки за это, я думал, он нас пошлет куда подальше. Как видите, лизунчик нормально сохранился в 1,5-литровой банке. Сейчас мы его достанем. Водителю катка захотелось его потрогать. Он реально прикольный. Лизунчик живой и продолжает растягиваться. Немного с него влаги вышло, но в целом он как новенький. Так что, ребята, он уже готов. Так, ребята, лизунчик принял боевую стойку и готов сопротивляться катку. И я даже не знаю, кто будет победителем в этой схватке. Пишите, ребята, в комментариях, кто болеет за лизуна, а кто за каток. Так, ребята, подождите, я помассажирую лизуна перед боем. И главное, смотри ему в глаза, ничего не бойся, я в тебя верю. Начинаем. Файт! Лизун сопротивляется из последних сил, но каток не в силах его переехать. Yes! Он отступает, да, Лизун побеждает. Ну, я так думаю. Боже, боже, как его раскатало. Да что же он выдержал? А нет, нет, каток опять наступает. А, нет, нет, Лизунчик. А! Да, ребята, это мокрое пятно когда-то было жизнерадостным лизуном, который любил играться и радоваться жизни. Но если без шуток, ребята, я ожидал от этого эксперимента немножко другое, если честно. Я думал, лизуна конкретно раскатает по катку, ну, видимо, пористый асфальт победил и принял на себя всего лизуна. Я не думал, что он станет таким большим, он просто огромный. Надеюсь, ребята, вам понравилось это видео, лайк за каток, водитель попался с юмором и согласился на это безумие. Если хотите еще видео с катком, ставьте лайки, ребята. 50 тысяч лайков, и мы снимем еще одно видео. Предлагайте в комментариях, кого раскатать по катку. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это зрелище и рассказывать обо мне своим друзьям. На этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока. Thank you.